Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я хочу оставить очередной отзыв про семена Сидек, а именно про семена многолетника, цветка Ратибида Сомбрера, или в переводе мексиканская шляпа. Эти семена шли в серии новинки, я их в прошлом году выписал, в принципе все пришло, все замечательно. Посеял, как было сказано, то есть, но, как всегда, я сею не тогда, когда все садят, а мне хочется, чтобы лето было всегда на моем окошке. Я ее посадил в ноябре месяце вместе с той же рудбеки колдуньей, про которую я делал ролик предыдущий. Семена взошли дружно, как бы все, но начали вытягиваться, потому что ноябрь-декабрь, как мы знаем, 22 декабря наш любимый день энергетика, самый короткий день, а дальше уже день начинает потихоньку прибавляться начинает световой день, и поэтому нужна была подсветка. Подсвечивал я ее, но все-таки некоторые растения вытянулись. В принципе, все бы ничего, но начал ее грызть очень, полюбил паутинный клещ, чего я только не делал. В общем, до мая месяца я с ней провозился, в мае месяце выставил на балкон, и, собственно говоря, как бы растение уже начало при нормальном естественном освещении набирать силы, было пересажено уже в грунт. Собственно говоря, и вот что из этого получилось. То есть вот это уже фото непосредственно с моего участка. В принципе, растение неприхотливое, его практически не поливали, поливало все дождиком. Растет высотой, как и написано на семенах, то есть 40-45 сантиметров. Действительно, так оно и есть. Вот другой ракурс. В принципе, растение цветет очень долго, очень красиво, и среди всяких стиль и тому подобного смотрится как-то необычно. Кажется, что вот у вас куст, на кусте сидят бабочки какие-то, вот так вот издалека, когда они зацвели, я даже как бы не поверил своим глазам. Вот так этот выглядит кустик, посаженный из семян. Вот, ну, садите, я вам рекомендую весной, то есть в марте месяце. И следите, пожалуйста, чтобы не было паутинного клеща. Потому что если только на листиках появляются такие, как вы смотрите на лист, а он не зеленый, а с такими точками. То есть это однозначно у вас появился паутинный клещ. Пробуйте всякие разные препараты. Я более для себя эффективный такой способ нашел, что накрывать пакетом. То есть, когда пролили все, повышенная влажность, тогда клеща становится как бы меньше. Но для растения это тоже не есть хорошо, потому что растение под пакетом, оно привыкает к влажности, а потом, когда мы его снимаем, через большой промежуток времени получается такая стрессовая ситуация для растения. Вот как бы ближе цветок сфотографирован, тут уже кое-какие цветы отцветают. Эта фотография была сделана порядка, по-моему, 1 сентября. То есть вот так вот. Вот такая фотография. Вот как раз астильба вот на фоне нее. То есть, ну, розовая-розовая, а этот цветок такой необычный. В принципе, рекомендую. Вот измерил как раз высоту. Ну, получилось где-то порядка 60 сантиметров. То есть, смотрите. Вот цветок, то есть, в диаметре своим уровнем я здесь измеряю. То есть, вот получился где-то 40 сантиметров. Вот такой декоративный цветок. Он до сих пор почему-то у Сидека находится в новинках. Ну, значит, не сильно не берут. Не знаю, как переживет зиму. Как если... Если не приживется или приживется весной, посмотрим. Я, конечно, все как после хороших таких заморозков, уже когда не будет точно оттепель, все закрою снегом, сеном, потом еще присыплю снегом по возможности. И на этом утепление данного цветка, данного декоративного цветка закончится. В принципе, все. Спасибо за внимание. До свидания.